қайырлы күн қымбатты көрермен. Армысыздар ардақты ағайын. Тікелей эфирден бізді тамашалап отырған көрермен. Күндеріңізге сәттілік тілей отыра. Семей телеарнасының тікелей эфирінде Сәлем Семей ақпаратты сазды бағдарламасын бастаймыз. Әріптесім Диана Төлеу, және мен Кенесары Әбілов. Доброе утро, дорогие телезрители. Мы начинаем нашу утреннюю программу «Салем семьи». Впереди, как и всегда, вместе с вами мы проведем 3 часа в эфире. Весь первый час мы посвятим очень интересной теме искусства мыловарения. Поговорим об этом. Арптесин, осы орайда мен осы тақырып бойынша бір мағлымат айта кетсем деп отырмын. Сабынды қолдан жасауда қолөнерлік қазіргі күнде қолдан сабын жасау кең таралып қана қоймай, көпшіліктің қызығушылығын туғызып, шабыт шақыратын кәсіпке айналуда. Қазіргі нарықта құрамында артық қоспасы жоқ, яғни ароматизаторлар мен бояғыштарсыз жасалған сабын табу қиын. Әсіресе көктем мен жаз айларында ағзада аллергия туғызбайтын сабын іздеп шарқыратындар қаншама. Таза табиғи сабындарды жасайтын кәсіпорындар кем де кем. Қазақстанда сабын, жуғыш заттар шығарумен айналысатын 125 ұйым ғана тіркелген екен. Осылайша Қазақстан сабындары өндірісін іс жүзінде дамыған көптеген адамдар қазіргі таңда сабынды қолдан жасайды. Әркім өз қалауымен әр түрлі етіп жасай береді екен. Кей адамдар әр түрлі хош исті шөптердің нілін үпілдек жапырағын ұнтақтап, сабынға қосу арқылы сабынды хош исті етіп те жасайды. Дегенмен сабын жасау оның өзінің асқан шеберлікті талап етеді. Да, действительно, это своего рода искусство, действительно, создавать и варить мыло в той форме, которой мы его видим. Но сегодня у нас необычный эфир и необычное мыло. И подробнее нам об этом расскажет наш гость Наталья Пикалова, мыловар. Доброе утро. Здравствуйте. Как настроение? Отлично, спасибо. Но мы видим такую замечательную красоту. Когда я увидела, я не поверила, что это мыло. Это похоже действительно на искусственные цветы, как декор вот, в доме. Как вы пришли к этому и почему решили вот, создавать такое чудо замечательное? Ну, знаете, я всегда как-то хотела что-то руками своими делать. Вот. И здесь на просторах интернета вот я увидела тоже букет, прям меня он там поразил. И все, я так задумалась, давай искать всю информацию. И вот к этому так и пришла потихоньку. Я занимаюсь, правда, недолго этим, но вот потихонечку идем. Вы в домашних условиях изготавливаете? Да, это все делается в домашних условиях. А что для этого нужно? Ну, для этого нужна, ну, или я делаю на паровой бане, или на микроволновке это растапливаю, это идет основа, это как полуфабрикат уже я беру и растапливаю, туда добавляю, значит, красители, отдушки, чтобы оно пахло вкусно и цвет был красивый, и заливаю формы, для этого еще нужны формы. Формы есть пластиковые и силиконовые. То есть формы для того, чтобы создать цветочки или вот такое замечательное чудо. Дорогие телезрители, вот у меня в руках просто маленький ангелочек такой, ну посмотрите. Шикарнейшее мыло, я думаю, я еще вот так возьму и покажу, что вот он отдельный еще. Это для малышей в подарок. Мы же, казахтар, мы же говорим, например, кыркынан шығару, вот в такие моменты можно, да, такие, как в подарок такие. И вот смотрите, вот какое чудо. Вот, маленькие дети, я думаю, оценят, чтобы вот приручать, например, ручки мыть или личико мыть ребенку, да, вот когда в садике. Мне кажется, вот такое мыло приобрести, и вот это как в игровой форме, это будет здорово. И то, что вот перед вами. Это вообще чудо, чудесное. То есть каждый цветок вот в этом вот большой букет, вот сейчас об этом говорю, и лепестки, все создается отдельно. Да, я все стараюсь из мыла без искусственной зелени, не добавляю искусственную зелень, все стараюсь делать из мыла, чтобы было как натурально. И вот в виде, например, вот как подарочки можно, да? Да, это уже 8 марта как бы. Смотрите, какая красота. Не вот этот вот набор, который классический мы, да, вот мыло, шампунь, крем, а вот что-то такое оригинальное вот можно в подарок. Замечательно. То есть, как идет вот от начала процесс? Вы берете этот уже готовый полуфабрикат, он уже идет с ароматом? Нет. А вот об этом. Нет, расскажите. Он идет без аромата. Вот я беру этот полуфабрикат, режу на кусочки, стаканчик кладу и в микроволновке для того, чтобы оно не закипело. Нужно вот это вот обязательно смотреть, чтобы не закипело. Все. Потом я
туда красители капаю, у меня специальные красители есть, и отдушка, это запах, чтобы запах был хороший. Все это я все перемешиваю и заливаю в формочку. Все это у меня стоит минут 30-40, застывает. Замечательно. Вот сколько времени уходит на изготовление? Ну вот если на изготовление вот одного цветочка, у меня уходит 30-40 минут, где-то вот так вот. То есть это получается в жидкой форме, вы потом уже, когда все это делаете, в жидкой форме вы заливаете формочки. Да. Потом даете остыть. Остыть сколько время нужно, чтобы? Ну вот оно минут 40 застывает. А, вот это минут 40 он застывает. Да. И вот вы сами уже выбираете форму какую, цвет, чтобы вот такую композицию создать. И вот это, когда вот это вынимаешь все вот это из этой формы, это такая. Такое наслаждение, так красиво. Действительно, мыло может быть не вот таким квадратным, к которому мы привыкли, вот это классическое, а вот оно. Даже дома вот в ванну или вот у кого душ, да, например, можно, у кого баня, например, да, можно поставить, украсить. Вообще красиво, я думаю, зайдешь, и твоя ванна украсится вообще еще этими цветами. И запах еще. Насколько долговечно такое мыло? Нежели, чем вот это вот квадратное, которое... Ну да, за живыми-то цветами нужно ухаживать, и сколько они недели там простоят. Ну, это год точно простоит. Я думаю, что даже жалко будет пользоваться такой красотой. Дорогие телезрители, вот весь первый час мы посвящаем замечательной теме. Вообще всю эту неделю мы с такими замечательными, интересными гостями общаемся в этой студии. И я думаю, то, что для вас это уникальная, интересная информация, посмотреть, познакомиться, увидеть, что в нашем городе есть такие вот замечательные мастера. А сейчас к вашему вниманию наша традиционная рубрика «Бльгинге маржа». Сыздар. Білгенге маржан айдарында сарымсақ туралы айтамыз. Сарымсақтың отаны деп Орталық Азия аталады. Мұндаған жыл бұрын ол Қытайға, Египетке және басқа елдерге келуі де мүмкін деген деректе бар. Сарымсақтың емдік қасиеті туралы ақпарат көп. Ежелде сарымсақ көп деген адамды асқазан ауруларынан құтқарған. Оба індетінен аман алып қалған деседі. Ресейде сарымсақ 7 түрлі ауруға дауа десе, Англияда ең мықты дәрігерге сарымсақты сыйға берген. Онда ежелгі уақытта сарымсақ барлық аурудан құтқаратын дәрі деп саналған. Халық медицинасында бұл ащы дақыл мыңдаған жылдар бойы қолданылған. Осы уақытқа дейін көптеген ауруларды емдеуге мүмкіндік берген дәрмектердің құрамына сарымсақ дәрумені қосылған. Таудың тасты беткейлерінде өсетін өсімдіктің ерекше дәмі мен ащы иісі оның құрамындағы күкірттің болуына байланысты. Дәлірек айтқанда, күкіртті қамытын бір маңызды зат бар. Бұл алицин. Сарымсақ дәл осы зат арқылы өз пайдасын тигізуде. Алицин көптеген пайдалы қасиеттері бар химиялық зат. Ол жүрек қан тамырлары, тыныс алу және иммундық жүйелерді, асқазан ішек, жолдары және адам ағзасындағы басқа да аурулармен күресуге көмектеседі. Оның құрамында басқа да белсенді заттар бар. Сондықтан сарымсақтың қаншалықты пайдалы екенін тоқтамай тие беруге болады. Бүгінде әлемге кең тараған өнім біздің елде де жақсы өседі. Бүгінгі ақпаратымыз осындай. Сау болыңыздар! Спасибо большое нашим маленьким коллегам за предоставленную информацию интересную. Мы продолжаем нашу тему. Вот во время паузы вот такую вот тему завели о том, то, что действительно в городе, в нашем регионе такое искусство и такое вот производство данного мыла, оно, конечно, не шибко распространено, поэтому вот эти вот формочки, да, вот таких в городе нет. Поэтому
вы заказываете? Да, формочек нет. Ни формочек, ни вот эту основу, ни красители. Это мне приходится заказывать. Или с Алматы я заказываю, или с России что-то заказываю. Вот то, что у нас в городе, этого нет. Ну, я думаю, то, что постепенно вот благодаря таким людям, как вы, будет распространяться данная сфера, и молодежь, наверное, подтянется, посмотрит, скажет, что это действительно увлекательно, это своего рода искусство, вот создаете руками данную красоту. Поэтому я думаю, то, что у данной сферы еще есть свое будущее. Вот основу, которую вот, которую вы, полуфабрикат, вы говорите, он один или вот есть какие-то виды его, вот какие-то разные, или вот он, вы с одного берете? Да, они есть виды, она есть, ну, они всякое бывает, есть прозрачная основа, есть белая основа. С прозрачной получаются такие более яркие, вот если нам нужен яркий цветок, например, мы добавляем вот эту прозрачную основу. Если нужно вот такое белое, ну, нежное что-то, это мы уже, чтобы матовый был, это получается белое, вот такая вот основа. А вообще вот я смотрю, просто, может быть, фигурки такие, но по плотности они одинаковые, да? Да. Просто кажется, что цветок, он немножко нежный, лепестки, но на самом деле это все, все одно, одно, да, и то же. А здесь как-то вот он цельный идет. А кажется, что вот... Ну вот мы можем показать еще с краю, это вот у нас что, тоже как подарочек. Да, это вот такая кружечка у нас. А, это кружечка. Это кружечка с цветочками на подушечке. Как замечательно, тоже как подарочек ребенку. Да. Супер. Ну, вы сказали, что занимаетесь совсем недавно этим. Да. Все пошло вот как хобби. Вы увидели, сами этому учились, да, через интернет? Да, все интернет. Через интернет, где-то в Ютубе смотрю, где-то у девочек спрашиваю на страничках, вот ВКонтакте, в Инстаграме. Вот, самой приходится. Где-то вот уже с опытом, сначала такое взяла, потом мне это не понравилось, взяла другое, вот, и говорю, у коллег, кто занимается вот этим, в основном это, ну, как-то в России очень много, я вот спрашиваю девочек, как правильно сделать, советуюсь, вот, ну, так вот. А у нас так, чтобы на курсы какие-то, я бы с удовольствием пошла бы, чтобы подняться вот в этом, во всем, у нас пока такого нет. Ну, я, да, я думаю, то, что... в ближайшем будущем и в стране, и в городе будет развиваться. Главное, чтобы были такие вот, как вы, специалисты, которые на своем опыте учатся, а, возможно, и мастер-классы вы будете в будущем вести. Все уже возможно. Свои, да. Вы на своем опыте научились сами и будете уже обучать этому молодежь. Все пошло как хобби, но сейчас вы и дарите данное искусство, и более в таком, как вот как мини-доход у вас, да, идет? Ну да, кому вот кто вот просит меня продать, что нужно. Уже заказы нужно, какие-то. Да, заказываю, да. Вот. Ну, как пока... у нас обычно, это через сарафанное радио. Да, у нас все это, да, через знакомых, коллеги у меня очень много на работе берут. Вот. И у меня страничка в Инстаграме есть, и я через Инстаграм это все свое показываю, красоту. Замечательно. Ну, я думаю, то, что и в будущем это перерастет в какое-то такое большое дело. Какие-то планы у вас есть, нужно, наверное. Да, планов очень много, прям мечта, чтобы вообще вот прям... Очень красиво. Как к вашему делу отнеслись близкие друзья? Вот когда вы сказали, я хочу заниматься вот этим. Ну, муж сначала сказал, ой, нет, зачем тебе это надо? Вот ты вяжешь и вяжи. А сейчас он видит это, что красиво, что это берут, смотрят. Тут это он теперь говорит, ну что там у тебя, как у тебя там получается? Какую форму заказала? Теперь тоже уже проявляет интерес к этому. Замечательно. Родственники тоже отнеслись по нему, ну, говорит, очень красиво все это, молодец. А вот нет ли людей, которые вот просят, там, научи, покажи, вот я тоже хочу заниматься? Да, просят мастер-класс для детей, чтобы вот, ну, это уже в будущем, говорю, сейчас я еще сама подучусь, чтобы это потом, да, возможно, и проводить мастер-классы для детей, ну, для взрослых. Дай бог в будущем, да. Да, мы продолжаем нашу замечательную тему и говорили также во время паузы, и я задавала вопрос, то есть планируете обучаться далее, чтобы, так сказать, совершенствоваться в этом деле? Я хотела бы обучиться колористике и флористике. Флористике – это вот создавать букеты красивые, колористика – чтобы подбирать цветовую гамму.
Вот, научиться очень бы хотела. Да, в этом деле это вот тоже важнейший такой этап. Да. Да. Здесь, допустим, добавляя цвет, тоже нужно вот знать колористику. Да, колористику, чтобы мы же подводим к тому, чтобы они были более реалистичные, эти цветы. Замечательно. Ну, огромное вам спасибо за участие в программе. Желаем вам успехов только, удачи, творчества, вдохновения. И какие будут пожелания утренние от вас нашим телезрителям? Спасибо вам, что вы меня пригласили на эту передачу. Хотела пожелать всем, кто начинает что-либо, какое-нибудь свое дело или что-то, ну, своими руками, продолжайте, не останавливайтесь. И успехов всем во всем. Спасибо большое. Қайырлы күн, қымбатты көрермен. Армысыздар, ардақты ағайын. Өздеріңізбен бірге эфиріміздің екінші сағатын бастаймыз. Доброе утро, дорогие телезрители. Мы начинаем второй час нашей утренней программы «Салим семьи». Впереди интересное общение с нашим гостем на актуальную тему. И третий час по традиции наша любимейшая телевикторина «Час удачи». Сегодня мы говорим о красоте, о ее стандартах, о макияже. Естественно, когда мы говорим о красоте, речь идет о искусстве визажа, стилистике, ну и тому подобное. Сейчас зачитаю интересную информацию о разных народов, эталоном красоты в разных народах, какие девушки считаются. Обычаи многих африканских племен шокируют современных людей, ведь кажутся негуманными и бессмысленными. На этих фотографиях представители племени Мурси, Чая и Тирма, где по сей день сохранилась традиция растягивать губы, вставляя в них глиняные тарелки. Сотни туристов приезжают в африканские страны, чтобы увидеть эту пугающую картину своими глазами. По легенде, матерью прародительницей народа Ндебелли была богиня с феноменально длинной шеей, и женщины стали носить металлические кольца, чтобы быть похожими на свою создательницу. Одна из самых правдоподобных версий, учитывая богатую религиозную культуру африканского континента. В современной Германии идеал красоты – женщина с волосами светлого и рыжего натуральных оттенков, чистой кожи и крепким телосложением. По мнению немцев, быть слишком худой для девушки небезопасно, могут возникнуть проблемы со здоровьем. Европейцы вообще ратуют за натуральную красоту, их женщины не любят обилие косметики и часто ходят на работу без макияжа. В западных странах улыбка с идеально ровными зубами считается эталоном красоты, иначе просто быть не может. Но Япония является исключением из правил, там в моде кривые зубы. Считается, что из-за контраста лицо становится невероятно нежным. В Японии из-за этой тенденции как девушки, так и парни делают особые манипуляции по искривлению зубов в кабинетах стоматологии. Ну и, наконец-то, наши предки, казахи, ценили девушек со светлой, чистой, нежной кожей. Наиболее красивым считался высокий открытый лоб, но ему много внимания не уделяли. Зато, рассказывая о девушке, зачастую упоминали ее брови темные, очерченные формой, словно крылья птицы или полумесяц. Таков был идеал. А какой же идеал сегодня в современное время? Что ж предпочитают наши современные девушки? Узнаем в нашем замечательном втором часу, в нашей замечательной теме. Кенесары, вот скажи, пожалуйста, тебе вот какие девушки нравятся? Красятся которые? Өз ойымды айтатын болсам, енді қазіргі қыздарымыз көбінесе кірпік жапсырып, көздерін бояп, еріндерін бояп жатады. Маған енді ондай қыздар қатты ұнамайды, бірақ сен өзіңе оны қамдап қалма. Более за натуральную красоту у нас. Я маған қазақтың қыздарын тәні замечательно. Ну, более подробно мы сейчас пообщаемся с нашим гостем Кенесаром. Я олай болса бүгінгі студиямызға келген қонақтармен таныс болайық. Біздің студиямызда визажист, стилист Айсана Шағжанқызы. Қайырлы күн, қош келдіңіз. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Мен бұл салада 7 жыл бойы келе жатырмын. Бір күнде болмаған клиентсіз отыру деген. Вот замечательная Айсана, визажист и стилист, пришла не одна, а со своей моделью. И сейчас нам продемонстрируют, какой макияж. Бүгін біз жаңағы
жүргізушіміз айтып өткендей, қазір мен моделіме күнделікті дневной макияж, да? Ну, вы пока наносите, мы будем свои вопросы задавать. То есть 7 лет вы в этой профессии, да? Да. Можно сказать, что вы одна из основателей. Уже и даже ведете обучение своих учениц, да? Да, за 7 лет я, получается, обучила более 100 студентов, выпустила по городу. За городом примерно 50 учениц. Они все в этой сфере, получается, они уже все опытные мастера. У кого-то есть студия своя, у кого-то салон. Они все меня благодарят, и на этом они хорошо зарабатывают. То есть на сегодняшний день вот искусство, действительно, вот макияжа и вот к ваши коллеги, да, вашей профессии, это актуально, и это неплохой заработок, если так говорить. Да. То есть в этой сфере можно работать. Работать получается, каждый день мы получаем свои гонорары. В день примерно я крашу 5 клиенток, и плюс я обучаю 3 учениц. Ну, это здорово. Я считаю, что для молодежи, особенно для девушек, это неплохое, во-первых, времяпровождение, работа, хобби, и вот действительно нужная профессия, которая, я думаю, никогда не умрет, а будет только актуальнее. Мне вот очень интересно узнать, какие тенденции в этом году, что предпочитают наши девушки, семичанки, например. В 2023 году самый трендовый макияж — это, получается, гламнюд. То есть это базовый, получается, коричневый оттенок на веки, и туда добавляем мокрый блеск, то есть пигменты, то есть это блеск, получается, это дает нам изящность, и получаем от этого мы такой легкий нюдовый макияж. Замечательно. Больше все-таки к естественности, да, мы приходим. Вот сейчас мы нанесли, давайте сейчас прокомментируем, чтобы это не было, чтобы это было с комментариями, наш макияж дневной. То есть мы нанесли, мы очистили кожу. Я очистила кожу тонером. Дальше я нанесла эссенцию, чтобы крем наш долго продержался и защищал от тоналки, от декоративной косметики. Это специальная эссенция, да, да, для длительного макияжа? База, да, получается. Я қазір, Айсана ханым, сіз күндізгі макияжды жасап жатырсыз, е? Я қазір мен күндізгі макияжды жасап жатырмын. Ары қарай осы макияжды жасап болғаннан кейін тезірек қалай кешкі бет әрлеуге айналдыру жолын көрсететін. Ух ты, здорово. То есть здорово. То есть можно из дневного макияжа перейти вечерний. Кешкі макияждарда пайдалану ережесімен бөлісіп отырсаңыз. Сейчас это. Қазір мен каналды кремді жағып отырмын. Кисточкамен жағып отырмын. Неге кисточкамен жағу керек? Себебі кисточка жуылады, ал мына спонжиктің ішінде барлық қоқыстар жиналып, ол тереңірек жуылмай қалады. Мен тек бұл спонжикпен, получается, на бетін түзулеп шығамын. Есте сақтарлық екен. Я думаю, что сейчас девушки многие знают о таких стандартных правилах, как надо наносить. Келесі мен бетін қырларын түзейтін боламын. Ол осындай қоңыр реңді тен контур жасаймыз. Это чтобы контур. Беттің қырларын шығару үшін. Негізі біздің табиғи бетіміздің қыры түзу барлығы бар, бірақ одан әрі қарай әдемілігі боянып кеткен. Мы любим это. Мы же любим это. Вот эти скулы, о которых сейчас говорила Айсана, мы же любим их подводить, и нужно, я думаю, подводить, потому что это наши монголоидные азиатские черты восточные. Осырайды мен Айсана ханыма тағы бір сұрағым қойым келіп отыр. Енді үй жағдайында бет күтімін қалай жасауға болады? Үй жағдайындағы бет күтімі ол таңертең тұрып міндетті түрде жылы су ішеміз, 2 стакан. Ары қарай кремің жоқ баса, я, талабыңыз жоқ баса, кәдімгі қаймақты да жағу болады, кәдімгі майды да жағу болады. Себебі кремдардың барлығын содан жасайды. Жаңағы сиырды, былай қарап тұрсақ, үйдегі малымыз сиырдың жаңағы... Яғни үйдегі өнімдермен де бет әрлеуге болады дейсіз ғой. Иә.
Өте керемет. Ну вот у нас Кенесар рассказал, что вот ему не нравятся девушки с макияжем, а вот у вас такой опыт богатый. Все-таки девушки, конечно, красятся, да? Без макияжа как-то... Лично я, например, в обычной жизни подкрашиваюсь, я не могу выйти совсем без макияжа, я как себя чувствую. Енді сен эфирге шыққандықтан, тікелей эфир жүретін болғандықтан... Это работа, это работа. Бұл жұмыс барысында. Негізінде мен өз пікірімді, өз ойымды айтып жатырмын, енді бірақ өздеріңізде қабылдап қалмаңыздар. А вот согласны ли наши дорогие телезрители, наше прекрасное мужское население города Кенесары, какие вам девушки нравятся? Вы можете позвонить нам в студию и поделиться мнением. Такой замечательная тема у нас во втором часу, можно даже подискутировать, будет очень интересно. 34-15-64, телефон в студии, и на WhatsApp нам пишите, пожалуйста. Дорогие наши мужчины, парни, какой эталон женщины с макияжем или без макияжа вам нравится? Замечательно. Но сейчас к вашему вниманию наша традиционная рубрика «Бальгенге Маржан», и после мы вернемся в нашу студию с просто горящей интересной темой. Армысыздар. Білгенге маржан айдарында сарымсақ туралы айтамыз. Сарымсақтың отаны деп Орталық Азия аталады. Мұндаған жыл бұрын ол Қытайға, Египетке және басқа елдерге келуі де мүмкін деген деректе бар. Сарымсақтың емдік қасиеті туралы ақпарат көп. Ежелде сарымсақ көп деген адамды асқазан ауруларынан құтқарған. Оба індетінен аман алып қалған деседі. Ресейде сарымсақ 7 түрлі ауруға дауа десе, Англияда ең мықты дәрігерге сарымсақты сыйға берген. Онда ежелгі уақытта сарымсақ барлық аурудан құтқаратын дәрі деп саналған. Халық медицинасында бұл ащы дақыл мұндаған жылдар бойы қолданылған. Осы уақытқа дейін көптеген ауруларды емдеуге мүмкіндік берген дәрі дәрмектердің құрамына сарымсақ дәрумені қосылған. Таудың тасты беткейлерінде өсетін өсімдіктің ерекше дәмі мен ащы иісі оның құрамындағы күкірттің болуына байланысты. Дәлірек айтқанда, күкіртті қамытын бір маңызды зат бар. Бұл алицин. Сарымсақ дәл осы зат арқылы өз пайдасын тигізуде. Алицин көптеген пайдалы қасиеттері бар химиялық зат. Ол жүрек қан тамырлары, тыныс алу және иммундық жүйелердің, асқазан ішек, жолдары және адам ағзасындағы басқа да аурулармен күресуге көмектеседі. Оның құрамында басқа да белсенді заттар бар. Сондықтан сарымсақтың қаншалықты пайдалы екенін тоқтамай себеруге болады. Бүгінде әлемге кен тараған өнім біздің елде де жақсы өседі. Бүгінгі ақпаратымыз осындай. Сау болыңыздар! Я құрметті көрермендер, біз эфирімізге қайта оралдық. Біздің кішкентай ғана көрерменіміз, кішкентай қарындасымыз Айсәулеге көп рахметімізді айтамыз. Замечательно. Ну вот, из дневного, как мы говорили, перейдем в вечерний. Вообще, отличие вечернего макияжа от дневного? Какие там преимущества? Получается, чем отличается вечерний макияж от дневного? Мы, получается, сюда сейчас будем добавлять блеск, получается, вот такой вот. И, то есть, это не блеск, на самом деле, это хайлайтер. То есть, еще один лайфхак для девочек. И чуть-чуть сделаем уголки потемнее. За счет этого у нас получится вечерний макияж. А с губами какие-то манипуляции? С губами сейчас у нас в тренде более натуральные цвета, то есть натуральный эффект губ, скажем так, да?
Даже в вечернем макияже, да? Угу, замечательно. Ну вот, во время паузы Айсана нам рассказала, что сейчас занимается организацией мастер-классов для того, чтобы казахстанские визажисты, ваши ученицы, да, непосредственно проводили свои мастер-классы по макияжу, да? Как проходят эти мастер-классы? Как в этой работе работаете? В этом году я уже провела 2 мастер-класса. Показала тоже дневной и вечерний макияж, также прически. Получается, что это мне дало? Это мне дает, то есть, повышение также, то есть даже если я сама там показываю свое мастерство, но я за счет этого повышаюсь, получаю от учениц своих, от публики много инсайтов. Это здорово. Это потому что, мне кажется, в этой творческой профессии никогда не нужно останавливаться, потому что какие-то новые тенденции будут происходить. И обучаться, проводить мастер-классы обязательно. Я тогда бір айта кететін жайт, визажистер үшін макияжды жасағанда косметикалар өте сапалы болуы қажет. Да. Вот, кстати. Әрине, неге ол себебі бізге күнне әр түрлі беттің түрі келеді, беттің формасының түрі және де кожаның әр түрлі кожаға да байланысты. Жаңағы құрғақ, немесе майлы, немесе жаңағы аллергенді беттер келеді. Сол үшін бізге біздің косметикамыздың сапалы болуы міндетті түрде. Обязательно нужно подбирать, пусть это будет дорогая, но качественная косметика, потому что мы наносим это на лицо. А вот, например, такой вопрос, вот после чем правильно снять макияж и как потом ухаживать за кожей, вот когда мы сняли макияж. Вечером, получается, мы приходим домой, мы сразу не умываемся, мы наносим гидрофильное масло, либо щербет. Потом только умываемся гелем для умывания. И дальше делаем уход вечерний. А вот кто-то спорит, там, мицеллярная вода или молочко? Да, вот нет, мицеллярной водой делать уход вообще нельзя. Почему? Там, получается, есть спирт. То есть она сушит кожу, и каждые 2 года мы проверяем косметики, то есть основан на что, то есть на чем она сделана, То есть если там есть спирт, значит она сушит кожу, и получается мы потеряем влагу. А нам нужно то, чтобы постоянно кожа была увлажненная. Вот оно что, поэтому вот, Я косметикал ұйымдарды жыл сайын ауыстырып отырарсыздар деген сөз, иә? Біз обязательно в этом. Қазір шынында да барлық сұлуларымыз той-томалақта болсын, жиындарда болсын, мейкапсыз жүрмейтіні анық. Ну да, это в основном такие сезоны, это летний, да, период, когда у нас замечательные выпускницы хотят быть красивыми, или ну свадьба, естественно. Вот это. Тут можно поспорить, потому что все думают, то что красится только летом и да, когда вот, кстати, свадебный сезон. Вы да? как профессионал скажите. Вот как я профессионал вам скажу, то что за 7 лет у меня ни один день, то есть не основан на того, что чтобы каждый день был там праздник. То есть люди могут накраситься на свидание, на деловые встречи, на работу. И то есть для своего удовольствия, то, что, ну, чтобы поднять так настроение, скажем так. Или какие-то фотосессии, допустим, да? Вот, то есть сейчас мы отходим от такой тенденции, что чисто на какое-то мероприятие любая девушка может просто для себя накраситься. Красиво сфотографироваться и выложить сторис, например, в Инстаграм. Да, Кенесары? Чтобы почувствовать себя красивой. А вот что насчет причесок? Вы также и работаете в этой сфере, вы не только делаете макияж, но и вы стилист, вы создаете замечательные прически. Да, получается, я с детства мечтала работать в салоне, но так как я росла в традиционной казахской семье, мне запрещали даже говорить об этом. А потом, как я вышла замуж, получается, я сразу сменила профессию. И вот я сейчас в данный момент занимаюсь визажем и стилист, получается. Өте керемет, өзіңізге ұнайтын жұмыспен айналысқан, өзіңіз үшін де. Все равно вы пришли к тому, что вам нравилось, и никто вас, как сказать, не может остановить, потому что если бізде қазір көрермендер қарасаңыз, можно, да? Да, да, да. Ал көрермендер қарасаңыздар, мен күндізгі макияжымды кешкі макияжға, кешкі бетерлеуге айналдырдым. Енді шашын сіздерге қалай кешкі сәндеуге
Это получается стик для волос, то чтобы придало нам мокрый эффект. Я бы говорил, что бахтар мама знает, как сделать чек термин зоюзни, киректы заттарн билет не было. Да, это и это замечательно. Значит, наша с тобой миссия Кенесара проходит успешно. Вот оно что. Для того, чтобы сделать вот такую вот прическу, мы придаем мокрый эффект. Она, кстати, сейчас в тренде, да? Вот да. Если мы вот, посмотрим. Получается, даже макияж у нас гламют, это то есть мокрый эффект, да, тоже. И вот получается, соответственно, мы сделали вот такой вот образ вечерний мокрого эффекта. Вот оно. Смотрится очень замечательно, да? Вот никаких таких ничего лишнего. Да, ничего лишнего. Вот все. Все естественно, все красиво, то, что нам надо. Замечательно. Вот эти керемет кормит кормит, но такие экранлар жақындап қарасаңыздар болады. Біздің сұлуымыз қалай өзгеріп кетті. Вот такими вот нехитрыми манипуляциями мы из дневного макияжа вот увидели, как вот перейти мы можем на вечерний макияж, ничего сложного нет. Ну, вроде так посмотришь, рука профессионала, она, конечно, все это быстро. Для кого-то это потребуется времени. Но енді студиямыздан шыққаннан кейін осындай макияжбен үйге қайтып кетемін үшін бір қызық сияқты. Я думаю, что каждая девушка и женщина может сделать себе дневной и вечерний вот такой замечательный макияж. Вот вы говорили об ученицах, то есть сейчас вы работаете и как визажист, и как преподаватель, то есть полностью с нуля обучаете, как наносить макияж. Этим я занимаюсь, получается, уже 7 лет, как я, то есть закончила через месяц, я не побоялась и уже начала обучать девочек. Почему? Потому что я по профессии бывший педагог, преподаватель по английскому языку, и это мне далось легко, получается. Я легко обучала. В своем роде это преподавание. И у меня хорошо получалось преподавать. То есть я всегда искала, как буду это преподнести им, как буду обучать их этому. Поэтому вот 7 лет я не побаиваюсь этого слова. То есть у меня хорошие мастера. То есть и в салоне, и за городом, получается, и в городе у меня все. Они обучаются у вас и сами становятся уже профессиональными визажистами. Вот еще отмечу, что вы одна из первых, кто начали вообще заниматься визажем, да, в городе, в области. Как тогда было, когда вы начинали? Только-только вот это вот все развивалось. Получается, в 2016 году я вышла замуж и по городу искала мастеров, и это было примерно 2-3 только мастера. И ко мне пришла идея, то, что срочно нужно обучиться. И вот я приняла это решение через месяца два. У кого я сама красилась, у нее и обучалась. То есть это не обязательно там ехать, то есть ехать в Россию или в Америку и обучаться. То есть я в городе обучалась. То есть мне нужно было основам, то есть как это красить, да? И все, дальше я сама по своему пути вот так вот шла. Здорово, очень замечательно. Каждый год вот так вот повышаюсь у других мастеров, езжу сама также. Замечательно. Ну, Кенесара, я думаю, то, что потрясающую тему мы взяли вот во втором часу. Тебе вообще самому понравилось? Ты вот говоришь, натуральное все, натуральное, за натуральное. Тут у нас вон сидит мужчина. Я сейчас хара отырмын, өте керемет шығы отыр. Бағана сұлуымызды, одан әрі сұлуға. Вот, это подчеркивание красоты, я думаю. Бұл енді визаждың, макияждың қасиеті деп айтсақ та болады. Біз қарасақ, қызымызға қарасақ, еш қажері жасалмаған. Менің өзімен де қарасаңыздар, мен ернімде, көзімде жасалмаған, мен тек бояу арқылы қазіргі трендтен қалмау үшін одан әрлендіріп, фишкалармен тек қана подчеркнула, и получается 2023 жылдың трендтен қалмай осындай макияж жасады. Вот этот самый главный тренд – подчеркивать просто свою естественность, грамотно, да? Не надо вот эти все манипуляции. Да, то есть можно обойти все операции, татуажи и так далее. Я думаю, то, что наши девушки, они и так-то красивые. Просто, да, вот подчеркнуть замечательно. Айсана, огромное вам спасибо за участие в программе, то, что вы нам показали воочию, рассказали, и то, что вот занимаетесь этим делом, обучаете людей, они приобретают профессию дополнительную или основную, все это вот благодаря вам. И то, что видно, что у вас горят глаза, вы занимаетесь любимым делом. Какие планы на будущее? Я да, будущее у меня вот много планов. То есть
За 7 лет я каждый день, то есть уставала на работе, принимала по 7, по 6 клиентов. Теперь хочу, то, чтобы эта работа мне приносила, то есть большой гонорар, да, скажем так. Вот. Хочу открыть сеть салонов. То есть у меня там свои условия, то есть как в других странах хочу расширяться. Дальше, то есть проводить мастер-классы по разным городам и по разным странам. Замечательно, огромное спасибо. И вот огромное спасибо модели, то, что представила нам тренд 2023 года. И я думаю, что вот мы Кенесары, наверное, убедили, что все-таки подчеркивать свою естественность, это вот нормально, да? Вот ты видишь же красиво, да? У нас сейчас после этого часа у нас будет еще дискуссия и спор вместе с Кенесары, но это уже другая история. Вам не обязательно, дорогие телезрители, об этом знать. Огромное вам спасибо. Какие будут пожелания утренние, замечательные, в этот день от вас, да, наши телезрители. Құрметті көрермендер, бүгін сіздер менімен бірге тамашалыға, менімен бірге болғандарыңызға көптен-көп рахмет. Сіздерге тілейтінім тек қана бақыт, табыс, және де қыз-келіншектер өздеріңізге әр қашанда қарап жүріңіздер, таңертең айнаға қарап, мен сұлымын деп жүз рет айтсаңыздар, сіз өздеріңізге сенімдеріңіз артады. Огромное вам спасибо.